В сервисном центре Mercedes-Benz Киров готовится к поездкам тестовый GL. Гроза дорог, глава семейства. Белоснежный и важный ML теперь, кроме практичности, может похвастаться и красотой. Он радует глаз экстерьером и внутренним содержанием. Интерьер салона серьезно улучшен. Комфортный и стильный E-класс восхищает немыслимым набором опций. Бюджетный B-класс доступный ценой. А задорный Mercedes A-класса сияет фирменной синевой. И вся эта замечательная компания готова принять на борт желающих пройти тест-драйв. Спрос нас порадовал. Город на самом деле готов, и это явилось приятной неожиданностью. В настоящее время представлен практически весь ряд Mercedes-Benz. Почти весь модельный ряд представлен на тест-драйве. В мае премьера нового седана S-класс, поэтому премьера состоится и в Кирове. Впрочем, и до прибытия нового Mercedes S-класса МБ Киров готов порадовать любителей новинок. Безоговорочный кандидат на экспресс-тест автобана – авангардные четырехдверные купе CLA-класса. Просто два раза вниз, это будет режим драйв. Автомобиль, продолжая концепцию CLS-класса, формирует новый сегмент. Первоклассная аэродинамика, энергичный дизайн, капот с силовыми ребрами и алмазные сечения решетки радиатора. Спортивный и красивый, он при этом вполне демократичен. Технические характеристики не самые привычные для Мерседеса. Одна из них – передний привод. Двигатель объемом 1,6 выдает чуть больше 150 сил. Впрочем, для поездок по городу этого достаточно. А по бездорожью никто в здравом уме в купе не поедет. Управляется компакт безупречно. Рулевое управление с изменяемым передаточным отношением обеспечивает эффективную обратную связь. А сочетание в шасси переднего моста типа Макферсон и эластичной многорычажной задней подвески делает независимой динамику продольного и бокового движения. Компактность этого купе не подразумевает комфорта семейных поездок, но это не отменяет его обаяние. Для любителей более практичных и мощных машин в МБ Киров есть не только все представители линейки, но и привлекательные условия их приобретения. Кредитная спецпрограмма предлагает Mercedes-Benz Банк России. Ставка начинается от 4,9%. Плюс, так как год еще начался недавно и есть несколько автомобилей 2012 года, на них действует просто уникальнейшее предложение. Выгода на данные автомобили достигает несколько сотен тысяч рублей. Еще одна радость для всех владельцев «Мерседесов» – возможность обслуживания в сертифицированном сервисном центре. На обслуживание мы будем брать любой «Мерседес» без исключения, где бы он ни был приобретен, когда бы он ни был приобретен.